приветствую, коллеги, благодарю за обстоятельную такую дискуссию. У меня здесь небольшие заметки касательно самого начала, когда вы говорили. Почему не выходят и сократились количество участников в закупках? Ну, потому что у нас были предыдущие периоды года, они просто все ушли с рынка. Их далеко нет. Потом все радуются авансированию по госконтрактам. Я бы здесь не сильно таки радовался, потому что мы авансирование можем, как заказчик, не закрыть. И в определенную позу поставили для подрядчика. Вот. Поэтому здесь нужно еще обратить внимание на то, что эти объемы, которые авансируемые, они могут быть не приняты, и компания будет чувствовать себя дискомфортно, она должна будет как-то за это отвечать. Что касается строительных материалов, у меня был такой опыт, я на госзаказе уже с 2016 года, и в Московской области, и в Москве, и в регионах, по разным проектам. Мы эти авансирования просили госзаказчика просто вывести, и если нам нужны строительные материалы, пускай он сам их отдельно расторговывает, отдельно, мы просто список, у нас есть ППР, мы знаем, что нам нужно. Какой бетон, какая балка и все такое. Пожалуйста, дай нам, но не деньги. Потому что потом мы можем... А заказчик соглашается? Заказчики соглашаются, но точечно. Это в ручном управлении в регионах. Достаточно действенная мера. Далее, про банковские гарантии. Вот Марат Шамильевич, отдельное спасибо, потому что это для нас существенно. Я попал в эту мясорубку с ключевой ставкой, и я слетел с конкурса и чуть не попал в РНП, потому что мне банковскую гарантию не мог банк одобрить, он не знал, сколько она стоит, по каким правилам и так далее. И самое важное, если есть возможность, это у нас есть мораторий на кредитование госконтракта. Может быть, настало время, если мы говорим под госконтракт, и мне нужен небольшой кредит, то на основании этого подписанного госконтракта, это в рамках нацпроекта, это я делаю благости для государства, социальные объекты, то я бы у банка не своим имуществом, компанией имущества или еще чем-то отвечал, а именно госконтрактом. Я не говорю о размере этих кредитов и их условиях, но в целом как инструмент может быть, имеет место быть, сейчас его запретить.